Всем привет, ребят! С вами Хэдди, и мы продолжаем проходить Far Cry 4. Итак, и у нас есть задание. Очередное задание по Золотому Пути. Либо идти к Йоге Реджи, которая, собственно, куда я не хочу идти, потому что там будет наркомания. Хотя у нас же наркомания была и в прошлой серии. Но по-любому, не знаю, пока что мне не хочется идти именно по почке вот этому. Убил. Не убил? Ты офигел, что ли? По-моему, даже не попал, да? Стреляйте по животному! Сейчас, секундочку. Кружка мешался. Кто? Где? Кто меня животным позвал? Ты кто? Да! Тебя кто забрал? Других не было. Ну собаки, ну вот блин, ну вот вам надо, ихняя собака. Воу-воу-воу-воу. Большой дядя. На, покажка. ПКМ у него. Кого там хреначите? Одну бедную собаку, что ли? Так, что тут есть? Пакетик! Собака! Собака сдохла. Так, ну и, собственно, пошлите под задание Золотого Пути дальше. Ну, что-нибудь очень интересное есть рядом. Это мы захватили. А пойдемте вначале захватим шахту. Ой, не шахту, это аванпост. Что у нас есть вообще? Снайперка. Это наш малыш убийца. Господи, животные тут такие просто-напросто. Ну, блин, я даже не знаю, как назвать. Я слишком борзый в этой игре. Ладно, назовем так. Ой, события кармы опять. А еще надо бы, знаете, побегать по заданию мода в Керате. Улетел. Ни хрена себе унесло, а. Блин, он прям в воду упал. Загорелся. Ой! Ой! Господи, ну тебя и унесло, конечно. Вот не знаю, все эти события кармы, конечно, это очень даже прикольно, как поначалу, но потом так начинает раздражать, на самом деле. Военные приказы. Орел! Орел, блин! Жить надоело! Блин, не доворачиваю. Чё вы, блин, орлы, а? Где-то моя дичь. Что, тут человек убивал, что ли? Эх ты скотина. Киса! Киса! Превентивный удар! Вот заметьте, как только мы попадаем в поле зрения любого хищника,
Far Cry, на нас сразу же, он сразу на нас влетает. То есть от них не убежать. Не, конечно, убежать можно, но, блин, они вас будут очень долго преследовать. Кто? Удачи. Я убью тебя. Фу, это тигр! Где там ваш крики? А, блин, чертовы охотники. Я вас слышал. Чего, Бейгенминпа? Думал, что меня убьет. Да ты что, я просто-напросто звезда. Только не думал, что меня убьет Гейл. Ну а кто ж тебя еще убьет? Обычно повстанец из Золотого Пути. Ха, размечтался. Ну, где там аванпост? Так, мне надо что-то открыть, ну, точнее захватить аванпост по-тихому, чтобы там что-то открыть. Насколько я помню. Так. Неудобный прицел. Сигнализацию, чтобы отрубить ее. Вообще, кстати, не люблю играть снайпером. А это там вообще уходить будет или как? Ребешка. А, у них тут слоник стоит даже. Тихий убийца. Так, тут и патроны полные. Я по слону попал, блин, случайно, слоник. Извини. Слон! Берегись! Берегись! По-моему, слон пошел месить. Блин, зря, наверное, по слонику попал. Кто тут прибежал у нас? Заметили.
Первый из аванпостов, которых надо было нам захватить. По-тихому. Стой! Выходим тут. Ну, как обычно, приехали. Наготовенькое. Они забрали мою дочь! Да мне пофиг! Мне пофиг. Прошу вас! Господи, ты входишь в дом, а тут в каждом доме сидит кто-нибудь ноет. МКГ? ГМ. Так, если я правильно понимаю, то... Это бронежилет, который нам нафиг не нужен. То вот этот МКГ, это у нас... Ой, не МКГ. Это у нас ведь тоже гранатомет. Где наш гранатомет? Но это такой именно автоматический. Дальность, скорость стрельбы хреновенькая. А давайте его возьмем. Попробуем с ним побегать. Конечно, этот вообще он рвет и мечет. Но. Так, а что за... Соберите 10 маск Ялунга. Перехватите грузовики с корейским грузом. А, то есть надо его не уничтожать, окей, ясно. Просто хотел сказать, то, что мы же там столько раз его перехватывали. Освобождение заложников, 5 штук. А ну посты. Хм. 17 колоколин, то есть всех, что ли, надо? Да, циркулярная пила. Точность, дальность, урон, скорость стрельбы и жесть. Кто-нибудь, помогите! Не то будет поздно! Думайте об этом. Ну, смотрите, прикольная пушка, теперь с двумя гранатами. Ты какого хрена творишь, а? О, даже 4 пули. Вы там заткнусь бы, я все-таки Аджай Гейл. Я сын Махана. Тормоди! Это безумие! Я с вами! Хорош, пушка. Сколько же можно? Эти там еще возмущаются насчет чего-то. О, блин, у нас 1000 монет осталось. Так, что у нас там с навыками? А вот нифига у нас с навыками нет. Незамеченным. Шангрила. Вот эти что ли надо бы выполнить? Ключ к северу. Так, ну ладно, в любом случае, пошлите на задание. Пробежимся до него. А, слоник, и ты там стопаешь. Отряд гнева Пейгана. Да какого черта? Ну, и где этот отряд гнева Пейгана? Почему я должен к нему бежать, а? Ну, у нас еще и грузовик есть. Минус один. Второй. Минус третий. Иду на таран. Да иди на таран. Блин, слушай, ты прошел на таран ведь. О, господи, такой месиво просто.
машины чиним теперь как, не знаю, батле. Давайте, наверное, что ли, первый хоть один раз довезем машину куда-нибудь. Рабера и раны, радио свободный Кераб. Я в бешенстве. Простите, обычно я в хорошем настроении, но сегодня я в бешенстве. Отлично. Надо отогнать фургон в нужное место. Я покажу на карте, где его оставить. Кераб, идем к гражданской. И где его оставить? Ставить надо. Об этом ни слова. Ну уже. Где наша 500 метров? Кошка? Все положили на нашу борьбу здоровый болт. Да, и стоит открыть браузер, как тебе предлагают что-нибудь увеличить. Это что, теперь современные приоритеты такие? Западных новостей. Такс. На-на-на. Сопровождение. 500 вверх. Нет, стоп, 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 это у нас точка наша. Какой это страйбл? Из каких-то пор белые девушки этим занимаются. Да и зачем вам какие-то танцы, парни? Вы что, без них уже не можете? Вы, конечно, меня извините, но чё-то носит лифчик большего размера, чем моя девушка. И я рад, что он хотя бы не танцует. Хотя, может, это как раз годный способ. О, привёз. Внимание к пирату. Ну, это был, по крайней мере, недалеко. Соблазнительных движений и вперед. Это гражданский военный танцы Кераби. Боезапас пополнен. А можно кого-нибудь сбилить вот так вот? Интересно. Не, слоники проверить я не хочу. Так, ну что, на задание. Этот груз для нас бесценен. Спасибо, Аджай. Мы раздадим припасы всем нуждающимся. Бла-бла-бла. Так, где трава? Ты заметьте, опять у нас бронежилета нет. Все-таки он какой-то слабенький тут. Так, как нам добежать-то? Волк, орел, тигр. Аджай, спасай нас всех. Что там? Так и, блин, кабаны, давай офигели, а! Понравилось? Тварь, понравилось? Офигело? Блин, вы посмотрите, а. Быкует. Блин, не знаю, все-таки прошлый гранатомет у нас был как-то более стильный. А что у нас вот такое сопровождение, да? Блин, надо бы выполнить, что ли? Вот не только волк, тут еще орел и собаки. Помогите! Помогите! Нет, тут реально звери какие-то все-таки борзые. Обычный пункт из-за точки А в точку Б, блин, не обходится. Без того, чтобы за тобой хоть кто-нибудь не увязался. На помощь! Ну, кто же? Ты кого? А-а-а. Ну, кто кого? Волк или же пума? И прикольно. Давай, пума, делай его, делай! Мимо. На самом деле, ребят, выиграл я. Правильный ответ был, Хэдди. А,
Ой, господи, долбанутая страна, долбанутые люди, долбанутые животные. Что может быть круче? Что там еще было? Надо забраться. Орел! Знаете, я думаю, им надо в каждом, в общем, населенном пункте для защиты от орлов поставить по ПВОшке. Я думаю, это сработает. Именно ПВО. Он долетел. Он меня пиздит. За кадром. Чем ты думала, идиотка? Так мог поступить только Пейган. Пейган? Да я думаю только о Керате. Делаю все, чтобы наш народ снова возродился. Подумай о предках, культуре, об обычаях. Обычаях? Обычаи, культура. Женить не кормят. Женить детей, например. Бхатре, ты уготовил ту же участь? О, отлично! Покажи Аджаю, какой ты на самом деле. Ты для меня никто. Обиделся. Черед Нур. Да, согласна. Ее заставили. Пейган не дал ей выбора, грозил убить семью. А сколько семей погубила она сама? Ей нет оправдания. Нур заплатит, так же, как другие. Я сам решу судьбу Нур. Какая же будет судьба, Нур? Стреляй в посланника. Доберитесь до Шаната, Дар. Как расплюнуть? А где он, кстати говоря? А, вон Шанат. Давайте, наверное, забегаем, что ли. Бежать далековато. Я тебе рассказывал историю Нур. Одна из моих любимых. Когда-то она была врачом. В начале моего правления Нур Наджар прибыла в Керат с гуманитарной миссией. Она имела дерзость написать рапорт о нарушениях прав человека при моем режиме. Я ее разыскал. Пригласил вернуться и посмотреть, как мы исправляем ситуацию согласно ее рекомендациям. И ее семью тоже. Она прибыла с мужем и детьми в мой дворец. Я даже презентацию устроил. 12 шагов. Борьба с нарушениями прав человека в Керате. В каждом слайде кратко о том, как я собираюсь разрушить ее жизнь. Да, ты, смотрю, просто... Дублер взял ее семью в заложники, а я поставил нашу великую гуманистку править самой жуткой частью империи. Ну, что, правильно? Ой, правильно нами, все? Теперь ей это нравится. Ну почему я никуда не могу дойти спокойно, а? О, люди обычные, ну ладно. Так, а вы знаете, что меня, кстати говоря, интересует, ребят? И тут явно ведь рыбки уже вон они есть. Нам они не нужны. Ладно, будем глушить рыбу. Где они? Воу-воу-воу-воу! Нет-нет-нет, не так!
Все сдохло. Отлично. Блин, чертовы охотники. Где же чертова рыбина? Блин, почему у нас нет никакого оружия, которое мог бы стрелять под водой, а? Даже в первом Far Cry там можно устрелить из пистолета спокойно. Задолбал мне палить. Ну давай, давай, давай. Ту кого? Блин, скотина. Кусай меня. Кусай меня полностью. Почему вот я вот ударить не могу ничем? Хотя я по нему, я более-менее не знаю, как ее можно выманить. Я твою мать знал! Хорошо знал! Понял? Такие крики на тему, то что это твою мать шатала и тому подобное. Его тут нет. Его тут нет! А что, наверное... А-ля приманка не действует, да? Как же у вас скотин-то убивать, а? Потому что через поверхность воды, блин, я ее не вижу. Мелкий карасик какой-то. И близко к берегу оно не подплывает. Ладно, к черту. Эта рыба даже на приманку не ведется. Киса, киса, киса! Блин! Да почему? Налево, а! Больной, что ли? Никакой пощады! Как скажешь. Больные, господи, хреначит из гранатомета. Так, ладно, как там забраться наверх? Никак, да? Да, пока что никак. Горячо? Да чтоб тебя. Ё-моё, ну опять там толпа стоит. Прикрой! Блин, не попал. Попал, да? Блин, ну ладно.
очередь. Я за один день могу. А вот так ты можешь? Ну серьезно, это начинает напрягать. Так, как у нас тут забраться? Извини, мы можем поговорить? Нет. Да тут снизу весело, мы должно быть обо что-то приложились. Так, что у нас тут пойдет? А, имею, все равно не нужно. Так, там забраться-то сюда. Надо бы сходить еще дворец, Нур. Но я думаю, ребята, мы это будем уже в следующие 4 делать. Но так и так выйдет воевать с теми. Какого хрена ты сделаешь это тварь? Я не знаю. Брось, я не выберу. Вот и все. Мяу! Вроде бы не вижу. Эти террористы не одерживают победу над Вейденом, Мином и армией короля. Они хотят вас одурачить. Да блин! Аджай, ты неудачник. О, тут даже кто-то живет. Надо же. Помогите! Помогите! Блять. Что идиотизм? Я просто хотел сразу про Ягу прыгнуть. Так, не у нас тут теперь подъем. Объявление от стороны. Внутренних лел и социальной гармонии. Золотой путь усилил натиск на армию короля. Значит, они отчаялись. Значит, они отчаялись, конечно. Они не сочтены и потому обезумели. Верьте Бейгану. И сообщайте о всех действиях Золотого Пути армии короля. Да, дарит вам свет Бейгана. Конечно, Золотой Путь отчаялся. Конечно. Что-то я не смотрю, потому что там нет ничего. Там можно ступить. Так, ладно, где мы? Берегись, осторожно! Мне нужна помощь! Объявление от Министерства внутренних дел и социальной гармонии. Берегись, берегись! Помогите! Величие вчера, завтра. Прошу! Так, что я не понял. А, вот. Осторожно! А, нет, все-таки была деревяшка, слушай. Мы можем по такой тонкой деревяшке ходить. Спокойно. Сюда! Помогите! Объявление от
Синхронизация. Шарама Джахан Джанкри. Изменение названия. Стремительная угроза. Великан-искатель. Ну вот, новое. Бесплатно в магазинах. Достижения выполнены, хотя мы ничего не делали через юплей. Блин, вообще нет юплея. Это не видно. Вон орел стыбрил свинку опять. Бросил свинку. Да еще какой? Медоед! Я слышу медоеда! С кем вы там? Маленький долбанутый зверек. Ах, для вас, господи, и то, и то. Ну что же, пойдемте поговорим с Нур. Да, Махач идет. Эй, Аджай! Как сам? Двери заперты! Двери заперты? Да, так я точно не войду. Так, применим план Б. План Б! Ау! Где мне план Б? Еще. Передаю. Привет. Это тут через магазин, что ли? В мой магазин. Жемчужина. Спасибо. Пока. Да не за что, пока. Как мне тут добраться? Привет. Рада тебя видеть, Аджай. Да что ж такое, господи, я ведь близко не подхожу. Там до сих пор месяца. Вернитесь. Блин, ну а как? Да, это по идее вот так пройти, что тут по краю. Дверь. А что у нас внутри? А, просто нас дом, ясно. Так, чё-то я вообще не понимаю, что от нас хотят. Здесь
По идее, это здесь должен где-то зацеп быть для крюка. О, я видел тебя на арене. Как тебя зовут? Привет. Ты меня Вот почему вот я не могу зацепиться за клетку и на нее спрыгнуть? Блин, падаю. Потом падаю со стола. Вот, на клетку и наверх. Господи, Аджай, ты же ведь можешь. Видишь, сюда даже и вон туда вот. Так, а можно мне задание там? Что мне нужно сделать? Тебе повезло. Это лучшая лавка. А, умолкни. Не суйся на арену. Попробуй горшки лепить. Как раз по тебе занятие. Почему я оружие не могу достать, а? Вот это вот, допустим, гранатометик наш. Так, как же, слушайте, ребята, мне, блин, без понятия. Точку указывает наверх, но каким макаром нам добраться наверх? Можно было бы, конечно, спрыгнуть. Как мне там прицелиться? Да. Да с дороги уйдите, а. Хрен увидишь. Аджай, что ты делаешь? Вентиляционные люки. Речь поигана вычурной пирата. Люди пирата! Не каждое столетие встречается столь грозная сила. Все равно. Да, поиган мин против слона. Я отдаю собственную охрану. Делаешь такое, хорошая вещь. Арбалет. Волка на арену, тигра на арену, мироеда на арену, медведя, носорога. Еще одного волка. И тигра. Идиот, что ты наделал? Убивай твою гвардию. Надо показать силу.
Понятно. Окей, я выпускаю носорога тогда. Программа арены Шанат. Раунд 1, 3 тигра, 4 волка, 2 медведя, носорог. Между раундами перерыв 30 секунд. Они должны перекрываться. Сиди за пультом. Ты окей. Меня слышишь? Тебе конец. Да. Кто-то подобрался к пульту. Стреляйте! Стреляйте! Быстро к пульту! Стреляйте! Вот и все. Этого, блин. Куда себе в спину улетело? Хочу сказать, чуваки, это ваше. Ну ладно, чуваки, это ваше. Короля, ты за Нур вообще должен быть, нет? Люди Кирата, вы приветствовали победителей, гнобили побежденных, но поверьте, не, мы с ним поговорили, вы не видели никогда. Сегодня прольется новая кровь. Это будет твоя кровь. Летай. Аджай, где мои родные? Мне жаль, Нур. Нет. Мне жаль. Прости. Бейган убил их уже давно. Мне ни к чему жалость. Мне нужна моя семья. Мне жаль, но теперь ты свободна. Да. Свободна. От призраков убитых. От всего, что сделала. Я приучила их ко вкусу крови. Твоей, моей. Вы же этого хотите? Больше крови. Вот. Подавитесь вы, паскудное зверье. Свобода. Зажирали. Ну, по крайней мере, она стала теперь свободной. Блин, я тут думал, тут будет какое-то вообще решение, то, что убить ее или же нет. То есть, если убить, она умрет, нет, то, собственно, останется с нами. Да, Нур мертва. Послание по заданию выполнено. Какие у нас дальше задания?
Йоги, и вроде там еще что-то было. А, это у нас тут обычный, значит, йоги. Ну что же, ребят, ну, там пойдем уже в следующей серии. Ну а пока что с вами был Хэйди. Ставьте лайки, подписывайтесь, зовите друзей, комментируйте видео и делайте добрые дела. Ну а мы с вами увидимся уже в следующий раз. Всем пока, ребят. До новых серий. И до новых фрилов. Удачи вам.